Добрый день, на связи планеты Авто. Сегодня у нас на обзоре Hyundai Solaris 2019 года в сером цвете с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 123 лошадиные силы, МКПП, передний привод. Имеется камера заднего вида, автомобиль на хорошей резине, установлены ветровики, пробег 34 тысячи километров. По салону темный салон, чистый, ухоженный. Имеется подогрев передних сидений, подогрев рулевого колеса, стандартная печка с кондиционером, мультимедиа, мультируль, круиз-контроль, система курсовой устойчивости, корректор фар, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.